стоп, не пропускай этот момент. И да, я видел то, что под новым роликом столько вообще вопросов по сериалу позадавали. Но, к сожалению, ответы на вопросы будут завтра, да. Простите меня. Хотя, возможно, и сегодня. Да. Я постараюсь выпустить сегодня. Так, ладно, я не буду задерживать, давай. Переходи к ролику уже. Итак, всем привет, ребята, сегодня я без своего персонажа, и сегодня у нас будет обзор на вот такие вот сейвы. Почему правильно? После пистолета. Первое, это у нас большой паразит. То есть просто вот такой туалет. Дальше у нас большой скибиди туалет. Камерамен. Дальше у нас, кама, скибиду, кама туалет, ну вот такой, да, огромный туалет, короче, такой, типа, один. Так, дальше у нас зараженный камерамен, зараженный большой камерамен, зараженный большой спикермен, зараженный обычный спикермен. Зараженный спикер Титан. Ой, я его раздаю. Подожди. У него ноги зафрижены, чтобы он не падал. Вот такой прикольный он. Так, дальше у нас диджей. Скибиди туалет. Не понял. Вот он, вот такой маленький. Мне, кстати, наушники реально откуда взял. Мне нравится. Дальше летающая колонка. Дальше. Глич туалет, неплохо. Глич туалет сделан. Джимен лазер. Короче, это джимен, который стреляет лазером. Дальше просто джимен. Для, короче, как сказать, святого. Да, да, можно сказать, святого. Скибиди туалет, что-то. Прикольно сделано. Дальше у нас что-то большой. Обычный камерамен, потом большой спикермен. Вот. Большой тиви-мен. Большой тиви-мен. Да. Вот его вторая версия, там где он светит. Да, неплохо, кстати. Дальше мафия туалет. Джетпак мафия туалет. Да. Паразит туалет. Вот такой вот маленький-маленький. Вот такой вот маленький паразит. Ой, блин, не тот. Вот такой маленький паразит. Дальше. Ракетный туалет. Так и должен долетать. Да, реально. У него двигатели есть. Это тут какой-то чел. Скибиди туалет. Да, скибиди туалет такой. Который был в одной из новых серий. Дальше. Вот да, ученый это. Ученый. Скибиди туалет. Вот эта хрень сама не двигается, а вот это двигается, да? Еще какая-то клешня для есть, кстати. Да, вот он. Скибиди. Яблоко скибиди. Этот. Ну тут это. Ой. Ну тут там вон. Тыква. Скибиди туалет. Обычный скибиди туалет.
Я пропустил. Я вот, вот это что теперь пропустил. Это конструктора. Там. Это же спикермен обычно. Паук-камера. Что это за... Дальше. Колонка. Спидер-спайдер. Так, дальше. Спайдер. Так, туалет. Спайдер. Паук. Туалет с миниганом и там обычный. Ну, ничего не отличается, кроме как отсутствует миниган. Это же в террарии туалет. Кстати, на котором мы... Он нам из моего видео сделал спикермен. Из моего нового видео. Титан камерамен. Неплохо дело вообще. Вот такой титан камерамен. Титан спикермен. Там титан ТВ-мен. Вот такой вот. Дальше вторая версия титана камерамена. Дальше. Вот этот демон с Кевин Полет. Дальше ТВ-мен. Дальше ТВ-мен, который просто... Который светит это синим, да, был бы светом. Так, дальше белый экран у него. Ой, то есть, да, синий экран. У ТВ-мена и обычный ТВ-мен, который любит улыбаться. Upgraded Gym Man. Там у нас для детей есть? Нет? Ну ладно, не нашел. Да, имбовы. И Upgraded туалет. Маленький Upgraded туалет. Вот и весь пак. Я хочу сказать то, что пак-то выполнен вообще неплохо. И мне даже он понравился очень сильно, поэтому я буду его использовать. Ну а Мелан, ну а этот Мелан с вами прощается. Всем пока. Давайте. До скорых встреч. Не, слушай, ты понимаешь, то, что они все равно ссылку попросят. Ну блин, я же не могу им дать ссылочку. Ты надо друга просить. Так, подожди. Не сам его скачу? Да, мне друг отправил. Ну, так они все равно будут просить. Да ладно, что-нибудь придумаем. Не бзди. Давай.